Привет! Хочешь плоский живот и стальные бицепсы? Оставайся с нами, и к концу этой подборки твоя физическая форма станет намного лучше. В основном будем работать над мышцами пресса, потому что на очереди тонна самых смешных случаев в спортзале. Поехали! Ты можешь быть реальным гангстером, но твою нежную душу выдают ноги в позиции балерины. Думаешь, планка лучше всего укрепляет все мышцы тела? Ты не видел это упражнение. Что бывает, когда пропускаешь уроки физики в школе? Как я встретил вашу маму? На случай, если ты считал, что невозможно накачать скальп. Как ты выглядишь со стороны, когда слышишь любимую песню в зале? Урок для тех, кто обожает давать другим советы в зале. Реально функциональная тренировка – это пополнять калории прямо во время приседа. Все мы в день ног порой озвучиваем гонки Формулы-1. А будь это Nokia, блины от удара распались бы на молекулы. Либо парень открыл новую мышечную группу, либо он реально с другой планеты. Нужно быть в разы более внимательным, если тебя страхует лучший друг. Разве можно доверять спортзалу, если там нет хотя бы одного динозавра, делающего выпады? Блины здесь похожи только на случай, если он внезапно взлетит.
Не зря говорят, что спорт затягивает. И порой так, что приходится просить кого-то тебя спасти. Это уже не силовой тренинг, это акваэробика. Готов поспорить, он один из тех, кто называет рыбалку спортом. Все мы немного этот парень во время последнего упражнения. Основной упор в этом зале на тренировку силы воли. Коротко о том, почему новичку лучше пользоваться услугами тренера. После хорошего дня ног танцор просыпается в каждом из нас. Ничто так не восстанавливает после тренировки, как хороший сон. Помни, главное в спорте – серьезный настрой. Персонажам из Fall Guys тоже нужно держать себя в форме. Как я представляю, типичный тренажерный зал в Кремниевой долине. Он борется не только за красивое тело, он борется за свою жизнь. Топ-1 самых длинных повторений с паузой в истории.
Этот лайфхак сэкономит тебе деньги на абонемент в спортзал зимой. Может, силовые у него и в порядке? Но над равновесием еще работать! Объясняем, для чего на самом деле нужны 5 литр X. Бро готовится к новым голодным играм. Hey!
Эго этого парня оказалось намного сильнее троса в тренажере. Woo!